Привет, меня зовут Николай. Сегодня кратенько о прививке регулярно ежегодной для собачки. Ну, как члены нашей семьи, собственно, мы должны о ней заботиться, в том числе в вопросе вакцинации. Расскажу, как мы выбирали клинику, куда пойти. Собственно, дело не столь важное, сколько ответственное. Понятно, что рисков минимум. Ну, здесь больше вопрос удобства и вопрос рассмотрения этой клиники на будущее. Вдруг с чем-нибудь, как-нибудь придется обратиться. Соответственно, рассмотрели три варианта. Ну, чисто московская фигня. Рассматривали клинику Центр Плюс, Шанс Био и Айболит Плюс на Люсиновской. Шанс Био на Нагорной, Центр Плюс на Цветном и Айболит Плюс на Люсиновской. При принятии решения, куда пойти, было принципиально возможность записаться недалеко от дома, возможность записаться в вечернее время и, конечно, цена вопроса. Изначально подумал о том, чтобы вообще сделать бесплатно, но поискав, где делают бесплатно прививку от бешенства нашим малым друзьям, понял, что это не очень неудобно, поскольку относительно моего места проживания достаточно далеко. Поэтому решил поискать платные клиники, ну, собственно, вот выбрал три. Центр Плюс, потому что лечили там раньше свою собачку, предыдущую, старую, уже ныне покойную. То есть имеем некоторый опыт общения, знаем, где находится и как добраться. Шанс Био тоже имели опыт уже с этой собачкой в плане анализов. Ну, а Айболит Плюс нашелся, потому что он просто оказался ближе, на районе, и нас удовлетворил по ценовой политике. Рассматривал в том числе клинику не только с точки зрения прививки, но поскольку нам еще предстоит решиться на стерилизацию, я также хотел посмотреть, ну или по крайней мере узнать, где это можно сделать, и так, чтобы это меня удовлетворило по качеству. Поехали. Центр Плюс на Цветном позвонили. Не поехали, потому что знаю где. Были там некоторое количество раз. Знаем, как доехать, как добраться. Место знакомое. Цена вопроса порядка 1900 рублей. Что смутило, что прием только наличными. Время можно записаться, можно выбрать, можно подъехать. Также можно позвонить, отказаться от записи. Шанс Био посмотрел просто по цене. Порядок цен примерно такой же, 1800 за одно животное. Для прививки она называется Navibac DHPPILR плюс LR. 1800 за одно животное. Знаем, куда ехать, знаем, что они работают круглосуточно. Но остановились на Айболит Плюс, поскольку он казался ближе всех. И цена по сравнению с предыдущими, хоть и не намного, но отличалась в сторону минус, то есть ниже была. Ну, собственно, это, наверное, послужило решающим моментом, почему пошли, даже не поехали, а пошли туда, поскольку это оказалось шаговой доступностью. Общее впечатление от посещения чистенько, но бедненько. Очень маленькое помещение, но это мой субъективный взгляд. Я почитал отзывы по всем вышеперечисленным клиникам, но, как известно, отзывы пишут те, кто в основном недоволен. Поэтому везде грязи оказалось достаточно в отзывах, что по факту трудно себе составить представление. Но по данной клинике, которая является одной из трех в сети, мое мнение, очень маленькое помещение, работает один доктор, он инженер и дудец, то есть он и принимает посетителей, он же выписывает счета, он же убирает помещение. В частности, мы пришли, но помещение еще не было убрано после предыдущего клиента, но поскольку у нас не подлежало животное осмотру, а просто прививке, для нас это не было, скажем так, критическим моментом, но тем не менее на это внимание обратил. Да, есть хирургия, да, есть стационар, но все такое мезди и пюшечное, такое маленькое, даже не знаю. То есть складывается впечатление, что потока нет. Раз нет потока, значит нет практики. Раз нет практики, значит есть риски. Чисто мое сугубое мнение, пока я, наверное, в части, допустим, проведения операции по стерилизации воздержусь от посещения этого места. Буду искать иное место. Иное место, тем более по предыдущему животному у нас был опыт хирургического вмешательства, решения вопросов, не то, что там, как это, лицевая хирургия, да, у собак нет, но там мордостно
челюстная лицевая хирургия, удаляли ей зубы, держали на стационаре, все, слава богу, прошло, но после этого, слава богу, 6 лет прожила в полном здравии и трезвом уме. Не рассматриваем это ни в коем случае как реклама или антиреклама, я просто делюсь своим мнением, да, и, скорее всего, это может быть интересно сугубо москвичам, и опять же, сугубо москвичам, живущим там на районе Добрынинская, Люсиновская и близлежащие районы, или там центральный административный округ, или прилегающие к ним, но, тем не менее, субъективное мнение, из них складывается, наверное, объективное впечатление. Про Айболит Плюс сайт сделан хорошо и достаточно информативно. Смутило единственное, как вы видите, по сайту на Люсиновской показан один доктор, но принимал нас совсем другой доктор, даже чуть-чуть отличающийся от того, который на картинке и по половому признаку. Но, тем не менее, получается, что информация не актуальна. Хотя есть такая фишка, как съемка в формате 360 градусов, обзор, то есть можно посмотреть, вот я пример на сайте привел, можно посмотреть, куда идете, как, где это расположено. Ну, с этой точки зрения достаточно информативно. Субъективное мнение, я сказал, что, скорее всего, для таких безопасных вещей, как прививки, это место вполне. Для вещей более серьезных, ну, наверное, надо все-таки иметь рекомендации, звонить врачам, получать отзывы. Не знаю, каким способом понимать, хороши ли, плохи ли врачи на районе, в данной клинике. Ну, это надо как-то изучать вопрос перед тем, как отдать своего мелкого друга в руки лечащих людей, от которых зависит его жизнь, здоровье, ну и наше тоже. Жизнь и здоровье. И наше тоже настроение. Все-таки, как-никак, это члены семьи. В общем, как-то так. Вот такая маленькая процедура, вот столько информации. Смотрите, решайте, возможно, будет кому-то полезно, интересно. Все равно люди ищут отзывы. Ну вот мой отзыв по посещению данного места. Идем. Идем. Адрес. Где? Может, им закрыто? Здрасте. Ой, ребята. Да, здрасте. А что же у вас дверь не закрыта? Вот мы вам здрасте, зашли. Здрасте. А мы еще там встретились с вами. Да? Да, на Серпуховскую. Угу. Вы нас обогнали? Да. Садись, садись. Присядем? Девушка, я сейчас рассчитаю. Спасибо. Молодец. Не пришла моя красавица, моя красавица. Маленькое место. Маленькое. Нравится. Следите за новостями, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем на связи. Буду освещать регулярно жизнь нашего друга, нашей подруги. Все, до встречи. Пока. Обнимаю.